Год побед и триумфа. Федерация бокса Одесской области подытожила спортивный 2021. На мероприятие были приглашены тренеры ведущих боксерских клубов Одессы и области, а также спортсмены, среди которых чемпионы Украины, Европы и мира. Год очень результативный, потому что факты налицо. Факты налицо. И сейчас оно дальше, я надеюсь, нам дает стимул. В будущем году больше, надеюсь, будем работать и больше результатов мы принесем. Спортсмены Одесской области, мы, как видим, действительно лидирующие у нас в Украине. Лидирующие мы благодаря Молодану, благодаря Захарееву. У нас есть результаты и надеемся, в будущем тоже они умножатся, результаты. На торжественном мероприятии также отметили людей, которые на протяжении года вкладывали все силы и душу в развитие бокса на территории Одессы и Одесской области. Только за 2021 год в городе открылось более 10 спортивных клубов, где сейчас сотни юных спортсменов набираются опыта и планируют свою боксерскую карьеру. Сегодня для меня большая честь присутствовать на подведении итогов Федерации бокса Одесской области и от имени многотысячного коллектива Национального университета Одесской юридической академии, от президента нашего университета Сергея Васильевича Кивалова. Имел честь поблагодарить президента Федерации бокса Одесской области Халида Мусаева, всю команду, всю нашу дружную команду с подведением итогов. А итоги эти очень большие. Именно сегодня Федерация бокса Одесской области, она стала локомотивом развития спорта не только в Одессе, но и на Украине. И я сегодня говорил и подчеркнул, что, знаете, наша федерация, она дает возможность развиваться не только боксу, но и многим другим видам спорта. Почему? Потому что открытие огромного количества клубов, в частности, такого клуба, как боксерский клуб и клуб единоборств Академия бокса, дает возможность сегодняшней молодежи представлять нашу страну, нашу область на самых разных мероприятиях, на чемпионатах Европы, Украины и мира, и завоевывать эти медали. И молодежь сегодня сможет с уверенностью и, знаете, с надеждой смотреть на нашу федерацию и понимать, что у нее есть будущее в спорте, есть будущее как личности. Год был самый результативный за период работы нашей федерации в новом составе с президентом Федерации бокса Одесской области Халидом Мусаевым. И в целом можно сказать, что результат самый лучший за всю независимую Украину. Я в боксе более 20 лет, и таких результатов у нас не было. Сегодня работа, слаженная работа команды Федерации бокса Одесской области, тренеров и, конечно, огромные результаты спортсменов. Чемпионат мира, Европа, везде мы в призах, конечно же, безусловно, можно похвастаться чемпионом мира по взрослым Юрием Захареевым. В этом году боксеры из Одесской области, можно сказать, уверенно оккупировали пьедестал чемпионов Украины, Европы и даже мира. Федерация бокса по достоинству оценила их старания и вклад в популяризацию нашей страны на мировом ринге. Президент Федерации бокса Одесской области Халид Мусаев наградил лучшего боксера по итогам года. Им стал обладатель золотой медали на чемпионате мира 2021 по боксу Юрий Захареев. За свои старания и жажду к победе он получил сертификат и ключи к новенькому автомобилю. Отмечу, что Юрий стал всего лишь 7-м чемпионом мира в истории независимой Украины. Хочу поблагодарить Халида Мусаева за такие вот большие подарки, за то, что поддерживает бокс, помогает также молодым спортсменам, продвигает их. Также хочу пожелать молодым спортсменам, чтобы также занимались, выходили на большой ринг, показывали свое мастерство. И также они будут награждены такими же подарками, как и я. Даже, может, больше. Главное, старайтесь. Участники конференции рассказывают, что год был достаточно продуктивным и результативным. На этом Федерация бокса Одесской области не останавливается. Впереди новый спортивный год, который также будет насыщен различными соревнованиями. Одесские боксеры уже начинают готовиться к Олимпиаде 2024, которая состоится в Париже.